я познакомился с вашим братом в Китае. Вот уже несколько дней нахожусь в Англии и буду рад навестить вас и рассказать новости о Чарли. Искренне ваш, Эйю Ян. Рэйчел! Пишем. Меня зовут Дафна Дюмарье. Я родилась в Лондоне в 1907 году. Мой отец, сэр Джеральд Дюмарье, был известным актером-антрепренером, а дед Джордж Дюмарье – писателем и художником. Я обладала живым и богатым воображением. В своих фантазиях я придумала себе мужское альтер-эго, которое позднее назвала «мальчиком из табакерки». Согласно этому образу, я одевалась в мальчиковую одежду. Да. Я зачитывалась Вальтером Скоттом, Уильямом Текерем, Оскаром Уайльдом, Гидом Мопассаном и Сомерсетом Моэмом. А мои двоюродные братья стали прообразами героев Питера Пэна, ведь Джеймс Барри был другом нашей семьи. Джеймс Барри? Да. Писать я начала... Мам, письмо. Читайте вслух. Уважаемая миссис М, пользуясь случаем, еще раз поблагодарить за изумительный вчерашний вечер. Боюсь, 3 года, проведенные в Китае, нанесли непоправимый урон моим манерам и речи. Однако вы проявили любезность, когда оказываешься в компании столь прекрасной дамы с утонченными... Действительно позволите навестить вас в недалеком будущем? Преданный вам... Продолжим. Писать я начала в 18 лет. Моя старшая сестра Анжела также стала писательницей, а младшая Жанна – художником-живописцем. Почему вы были так восхитительно милы? Так. Хочу признаться, там в Китае я ходил в Чарли, только чтобы еще раз взглянуть на вашу фотографию. Так, не хватит времени, чтобы писать вашу красоту. Вас, скорее всего, тошнит от излияний читателей. Мэм, посмотрите. Оставьте. Продолжим. Но громкую славу мне принес роман Ребекка, благодаря которому я рассказ встречу. Поцелуй. Нет. Поцелуй меня еще. Слушай, мне ужасно неудобно, но я сделал чертовски глупую штуку. Я купил 2 билета до конечной лишь потому, что мне захотелось побыть рядом с тобой. Но когда мы туда приедем, нас выгонят из автобуса. Обратно не весь сколько миль, а у меня в кармане всего 6 шиллингов. А у тебя что, ног нет? Почему ног нет? Ну, ноги для того, чтобы ходить. Во всяком случае, мои. Вроде бы никакого кладбища не проезжали. Ничего, будут другие. Мне все равно.
Но ведь кладбище не встречается на каждом шагу по всему автобусному маршруту. Я говорила вообще. Сделай милость. Помолчи. Ты мне больше нравишься, когда молчишь. Обнимать девушку за плечи – это одно. А вот целовать ее – совсем другое. Вначале вы идете в кино или на концерт, а затем зайдете куда-нибудь перекусить и выпить. К этому времени вы уже слегка пообвыкнетесь, и вполне нормально к концу вечера немного пообниматься и поцеловаться. Ну, сказать по правде, я небольшой мастак целоваться. Когда я до армии жил дома, там по соседству была одна девчонка. Она мне нравилась. Но беда в том, что зубы у нее выдавались вперед. И если целоваться с закрытыми глазами, то все равно знаешь, с кем целуешься. И ничего с этим нельзя было поделать. Вот такая вот она, старушка Дорис. Но другие еще хуже. Когда носишь форму, от них прям-таки отбоя нет. Честно говоря, меня от таких воротило. Можно сказать, я брезговал ими. Но в тот вечер все было по-другому. Я не знаю, что было в той девчонке. Никогда такой не встречал. Поэтому я взял ее за подбородок и поцеловал, как следует, по-настоящему. Что вам сказать? Будь во мне поэтическая жилка, я бы назвал это откровением. Но я не поэт. И скажу только, что она ответила мне на поцелуй. И он был долгим, и это совсем не было похоже на Дорис. И вот мы стоим посреди большой широкой улицы. Пустые неосвещенные магазины, прям как конец света. Левее виднеется холм, а у его подножия расположилось кладбище с оградами и белыми могильными камнями. Ничего себе! И ты этого места дожидалась? Не исключено. Могильные камни бывают плоские. Иногда. И что из этого? Ну, на них можно лежать. О, я всегда знала, что если хорошо поискать, можно найти щель в ограде. И она проскользнула через эту щель так быстро, как нож сквозь масло. Подожди, а зонтик? Пыхтя и отдуваясь, я тоже протиснулся через щель и остановился как вкопанный. Провалился на этом месте, но девушка лежала на длинной плоской могильной плите, подложив под голову руки и закрыв глаза. Ты же помолкнешь. Я к этому привыкла. Привыкла лежать под дождем? Приучили к этому. В приюте во время войны нас называли уличные дети. А ты не эвакуировалась? Нет. Это не для меня. Никогда не могла нигде ужиться. Все время возвращалась назад. А родители живы? Нет. Оба погибли, когда разбомбили наш дом. Да, не повезло. Слушай, а ты давно работаешь в кинотеатре? Да нет, недели три. Скоро я отсюда уйду. А почему? Так, неугомонный. А помнишь, я сегодня хотел угостить тебя мороженым, а ты сказала, спасибо, не надо, я знаю, с чего его делают. У тебя хорошее, доброе лицо. Мне оно нравится. А у тебя есть парень? Нет. Я хотел сказать постоянный. Нет, никогда не было. Забавно, что мы вели такие разговоры на кладбище. На кладбище. У меня тоже нет девушки. Никогда этим не интересовался, как другие ребята. Не знаю, может быть, у меня какой-нибудь сдвиг. А потом я в гараже работаю. Механик. Хорошо платят. Я и матери своей помогаю, и даже немножко скопил. У меня есть отдельная берлога. Хозяева хорошие люди, мистер и миссис Томпсон. И в гараже у меня хозяин отменный парень. Никогда не чувствовал себя одиноким. Я и сейчас не одинок. Очень хорошо и приятно возвращаться домой к Томпсонам.
Добрее их сложно отыскать людей. И жратва там хорошая. А после ужина мы болтаем или слушаем приемник. Но знаешь, я хочу, чтобы теперь все стало иначе. Я хочу подходить к кинотеатру к окончанию последнего сеанса и забирать тебя оттуда. А ты выйдешь на улицу, как сегодня, но пойдешь не одна, а возьмешь меня под руку. А если захочешь снять пальто, я понесу его. И мы отправимся поужинать в Corner House или куда-нибудь еще поблизости. У нас там будет свой столик, официантки будут нас знать и приберегут что-нибудь вкусненькое. Не знаю, слышала она меня или нет, она нежно так и странно касалась то моего уха, то подбородка, вроде и было меня жаль. Мне бы хотелось покупать тебе разные вещи. Иногда цветы. Очень приятно видеть девушку с цветком на платье. Но по таким случаям, как дни рождения, Рождество и прочее, я бы покупал тебе то, что ты приглядишь на витрине, тебе понравится. Допустим, брошку или браслет. А я бы пошел туда один и купил. Пусть бы мне это стоило недельного жалования, мне плевать. Нет, ну... Вряд ли сейчас стоит говорить о женитьбе. В наше время все так ненадежно. Парню-то все равно, но девушкам нет. Птица в комнатенке и продовольственные карточки и прочие девушки. Они же, как и мы, хотят быть свободными, работать, а не быть связанными по рукам и ногам. А ты летчик? Нет. Я весь положенный срок отслужил в инженерных войсках. Вот там нормальные ребята. Никакого бахвальства, никаких глупостей. Я рада. Ты хороший и добрый. Я рада. Ты встречалась с какими-нибудь малыми из ВВС, и он тебя обидел. Скажи, что ВВСники тебе сделали? Они разбомбили мой дом! Но это же немцы, не наши ребята! Все равно, они все убийцы! Послушай, дождь становится все сильнее. Я провожу тебя домой, ты же простудишься до смерти! Нет! Никто и никогда не провожал меня домой! Ты вернешься к себе, туда, где ты живешь, один! Но я не оставлю тебя здесь! Именно это ты и сделаешь. Я так хочу. Если ты не согласишься, я рассержусь. А ты ведь не хочешь, чтобы я рассердилась? Лицо ее казалось странным в этом жутковато-угрюмом свете, но, Господь всемогущий, оно было просто божественно прекрасным. Я знаю, что кощунственно так говорить, но по-другому я сказать не могу. Что мне делать? Что мне делать? Я хочу, чтобы ты ушел. И оставил меня одну здесь. И не оборачивался. Ты будешь идти. Долго-долго. Как лунатик сквозь дождь. Но это ничего. Ты молод и силен. Возвращайся к себе, в свою квартиру. Ложись в постель и усни. А завтра ты проснешься, позавтракаешь и пойдешь на работу. Так же, как ты это делал всегда. Ну а ты? Не думай обо мне, просто уходи! Послушай. Может, я все-таки зайду завтра в кинотеатр вечером? Все-таки будет, ну как я себе представлял? Но ты же знаешь, навсегда. Поцелуй меня еще, незнакомец. Посмотрите.
опишем Рейчел. Глава 7. Это была брошка. Брошка. Совсем малюсенькая, не больше ногтя, но с красивым голубым камнем и на булавке. А сделана она была в форме сердечка. И я уже видел, как будет красиво, когда моя девушка прикулит ее к платью или джемперу. Я знала, это было то, что надо. Я шел к кинотеатру, и сердце у меня колотилось, как молот. Во рту пересохло. Всю дорогу я представлял себе, как она выглядит, стоя там у входа в кинозал. И там была билетерша, как полагается. Но... Извините, я не мог бы поговорить с другой девушкой. С какой девушкой? Ну, с той, которая работала вчера. С такими рыжеватыми волосами. Она сегодня не явилась. Вместо нее я. Не явилась? Нет. Странно, что вы не спрашиваете. Да я не первый. Недавно здесь побывала полиция. Они о чем-то толковали. Здравствуйте. С управляющим швейцаром. Спасибо. Полиция. Сюда, пожалуйста. Балкон налево, портер направо. Зачем они приезжали? Я же говорю, что не знаю, но что-то связано с ней. А вы ее приятель? Что-то в этом роде. Скажу вам, у нее с головой не все в порядке. Я ничуть не удивлюсь, если узнаю, что она прыгнула с моста. Мэм! Нет! Мороженое мэм. Продается в перерывах после новостей. Она пыталась покончить с собой там, на кладбище. Вот почему она говорила такие странные вещи и была так бледна. Наверное, ее нашли на могиле за оградой. А может быть, я брела где-нибудь, потеряв память? А полиция обнаружила и подобрала меня. А если обратиться в полицейский участок? Может быть, они мне сообщат, в чем дело? Я бы им сказал, что это моя девушка, что мы встречаемся. Но если она меня не узнает, я буду настаивать на своем. Ваш билет. Представляешь, еще один бедняга попался. Умер сегодня утром в больнице. Как порчу на ВВС напустили. Что, опять самолет грохнулся? Убийство, вот что! Всего располосовали бедолагу. Ты что, газет не читаешь? Уже третий парень за 3 недели. Всех их прикончили одинаково, все они из ВВС, и каждый раз их находили на кладбище. Написано, не только мужчины свихиваются и становятся маньяками, но и женщины тоже. Но это-то теперь они поймают. Полиция уже напали на след и... Ты что, не узнаешь ее? Это же наша новенькая. Ну, та, которая недели 3 у нас билетерша работает. Хоть бы ее скорее поймали, пока еще одну не укокошила. Он сидел на кровати, держа в руках газету. А с фотографии смотрела на него и его девушка. Об убийстве было написано точно так, как ему и рассказывали. На первой странице. Случилось это в 3 часа ночи. Молодой парень из ВВС в северо-восточном районе Лондона. Ему удалось дотащиться до телефонной будки и позвонить в полицию. Когда они приехали, то нашли его там, лежащего на полу. Перед смертью он успел дать подробное описание девушки. Они ее взяли около 2 часов дня, когда я покупал брошку для нее, для моей девушки. Он не стал читать, что там было написано. Ни имени, ни остального. Он выбросил газету. Она была больше ему не нужна. Затем он достал из кармана красивую коробочку и долго смотрел на маленькое сердечко, лежащее у него на ладони. Поцелуй меня еще, незнакомец.
письмо. Читайте. Мне неимоверно стыдно за себя. Да, я потерял голову и совершил то, о чем не осмеливался мечтать даже во сне. Разве не видишь, как трудно сдерживаться, находясь рядом с тобой? Клянусь, что больше никогда до тебя не дотронусь. Никогда. Прости. Ничего не выйдет. Я должна зарабатывать деньги и быть независимой. Но как мне заработать достаточно? Даже если мои рассказы будут опубликованы, они все равно принесут немного денег. В кино я не пойду. Это станет лишь напрасным рабством, и у меня совершенно не останется времени. Не могу дальше так жить. Ты доводишь меня до исступления. Позволяешь смотреть на себя и хочешь, чтобы я стоял, не шевелясь, как бесчувственный истукан. Весь день просидел у телефона. Где ты была и с кем? Да. Мэм, Маргарет Форстер, а вас? Никому из известных писателей, кроме Дюмарье, не удавалось с таким блеском выйти за рамки определенного жанра. Пишем, Рэйчел. Рассказ «История миссис Элис». Нет, удивительная история миссис Элис. Что такое? Такое не купит. Вот, доля секунды. Доля секунды. Миссис Элис отличалась методичностью и аккуратностью. В тот день на нее с особенной силой накатил, как бы выразился ее покойный муж, уборочный стих. Вдобавок было первое число. И когда она сорвала с настенного календаря вчерашний листок и увидела стройную, ровненькую единицу, она восприняла это как символ начала чего-то нового, нового отрезка жизни. Первым делом она заглянула в бельевой шкаф и... отглаженное, накрахмаленное постельное белье лежало на полках в безупречном порядке. Миссис Элис проверила аккуратно... Что-что? Ничего не слышно! Элис проверила аккуратные ряды... Домашние варенье и повидло, консервированные помидоры, фруктовые компоты, кисло-сладкая приправа к мясу по рецепту собственного изобретения. Все это расходовалось довольно экономно и приберегалось к тому времени, когда Сьюзен возвращалась домой на школьные каникулы. И даже тогда... Торжественно ставя очередную банку на стол, миссис Элис чувствовала легкий укол сожаления. Ведь на месте этой банки в шкафу теперь будет зиять пустота. Затем она перешла в гостиную, принялась за письменный стол. И когда оставалось минут 10 до ланча, миссис Элис, она села... И улыбнулась. Она потрудилась на совесть. Утро потрачено не зря. Господи, благодарю тебя за все. Все проходит. И печаль, и радость, и горе. Кому-то моя жизнь может показаться скучной, монотонной. В ней и правда не происходит ничего необычного. Но я довольна этой жизнью. Я, наверное, отчасти виновата перед бедным покойным Вилфридом. Прости, Господи, он был нелегкий человек. По счастью, Сьюзен не в него. Но я могу утешаться тем, что создала для дочери полноценный и настоящий дом. Внезапно
Без всякой причины на нее накатила волна тяжелого щемящего предчувствия. Сердце у нее сжалось, горло перехватило. Грейс, я пойду немного пройдусь. Скоро вернусь. Она захлопнула за собой входную дверь, спустилась по ступенькам и сразу повернула налево, к лесопарку. Наверное, ближе к вечеру стоит ожидать тумана. В такие дни он докатывался до Хэмпстеда, заволакивая все вокруг непроницаемой стеной, так что становилось трудно дышать. Наверное, нужно купить Сьюзен ко дню рождения велосипед. Ни с того ни с сего подумала миссис Элис. 10 лет – это самый подходящий возраст для первого велосипеда. Лучше синий или нет, красный, красивого оттенка. На передней раме будет корзинка. Тормозить он должен быстро, но не резко. Иначе Сьюзен может перелететь через руль и проехаться лицом по дороге. Как жаль, что обручи вышли из моды. Вот когда я была маленькая. Сама бывшая артистка, я в этих делах разбираюсь. Обязательно. Обязательно снимайтесь на художественную. Может, она душевно больная, подумала миссис Элис. Сбежала из лечебницы и в припадке безумия вломилась в мой дом. Элис вошла в свою комнату и ахнула. Все ее вещи исчезли. Кто там? Посторонним сюда нельзя. Я не принимаю без предварительной записи. Алло? Извините. Да это мой телефон. Кто вас прислал? Нечего тут шпионить и вынюхивать. Думаете что-нибудь найти? Не надейтесь. Полиция вам не поможет. Я работаю на законных основаниях. У меня есть лицензия. Гарри! Алло, там мутатор! Гарри, сидя! Соедините меня с полицией, пусть приезжают по адресу Элкерсон 17, мне угрожает серьезная опасность, немедленно! Гарри! Скоро сюда будет полиция, так что нечего мне морочить здесь голову. Я отлично вижу все ваши махинации. Моей подостите, солидная репутация. Я делаю кабинетные портреты, снимаю детей. Если у вас другие сведения, то покажите мне хотя бы один негатив. Что вы скажете полиции, в чем будете меня обвинять? С сумасшедшими надо держаться крайне осторожно и ни в коем случае не провоцировать на агрессивные действия. Скажу, что я здесь живу. Вот и все. Этого будет достаточно. И все-таки что вам нужно?
Может, сфотографироваться в интересной позе? Это для чего было затевать эту комедию? Что-нибудь не в порядке, Лапочка? Я к вам не лезу, вы ко мне не лезьте. Это вас не касается. Так я и не лезу. Я просто решила спросить, все ли в порядке. Клиентка-то, видно, с фокусами. Помолчите! А мне кажется, что мы все немножечко погорячились. И самое лучшее будет сейчас спуститься вниз, посидеть возле камина, поговорить, так сказать, по душам. Расскажите мне о своей работе. Вы здесь все фотографией занимаетесь? Добрый день. Здравствуйте. К нам поступил телефонный вызов. Я так понимаю, что-то случилось. Да. По-видимому, чисто это недоразумение. К нам в дом ворвалась неизвестная. Ни с того ни с сего устроила здесь истерику. Никакой истерики я не устраивала. Мэм, будьте добры, изложите, в чем дело, но для начала назовите свою фамилию и адрес. Да. Пожалуйста. Миссис Элис. Элис. Проживаю по этому адресу. А снимаете здесь комнату? Нет. Это мой собственный дом. Сегодня днем я вернулась с прогулки и обнаружила, что в мой дом проникли грабители. Вот они вот перед вами, шайка злоумышленников или помешанных. Они все перевернули вверх дном и все разорили. Да, она же просто ненормальная. Если бы я знала, я бы ее бы не пустила. А эта женщина нагло лжет. Простите, пожалуйста. И если вы сейчас обыщете помещение, то вы наверняка найдете мою кухарку Грейс, связанную с кляпом во рту. И это, возможно, ее рук дело! Да она точно ненормальная! Вон у нее какая-то солома в волосах. Помолчите, пожалуйста. Стойте, Мартин. Да-да, справочник есть. Сейчас проверим. Моя фамилия Бакстер. Я бывшая артистка. Я снимаю здесь комнату на втором этаже. Можете записать, да. А вот эта вот женщина, она наверняка шпионка. Я сама видела, как она подглядывает в замышленную скважину. Желаете что-нибудь заявить? Да. Ой. Произошло ужасное недоразумение. Вы, наверное, на этом участке человек новый. Ваш помощник тоже, его лицо мне не знакомо. Так вот, я здесь живу уже очень много лет. Моя кухарка Грейс служит у меня очень давно. Я вдова. Мой муж скончался 2 года назад. У меня 9-летняя дочка, но сейчас она находится в пансионе. Сегодня днем я вернулась с прогулки и обнаружила... А есть у вас при себе документы? А я сегодня вышла без сумочки. Она осталась на комоде в спальне. Еще есть паспорт. Но сейчас все перевернуто. А еще есть визитные карточки, но они находятся в комоде. А значит, вы не можете предъявить удостоверение личности или продовольственные карточки? Я же вам говорю, визитные карточки у меня находятся в комоде, а продовольственные карточки, кажется, вы так сказали. Да, точно. То я вообще не знаю, что это такое. Ваша фамилия в телефонной книге не значится. И в местном справочнике ее тоже нет. Как это нет, я сама все найду. Миссис Элис, вы немножко переутомились, и вам первым делом нужно отдохнуть. Угу. Ваши справочники у вас неверные. Они устаревшие или поддельные? Мэм, мы постараемся связаться с вашими знакомыми. Обещаю вам. Сейчас проедем участок, и там спокойно выясним все подробности. Прошу вас. Хорошо. Есть претензии к миссис Элис? О, да. Желаете привлечь ее к ответственности за нарушение правовладения? Пожалуйста. Мы все-таки зла никому не желаем. Только, пожалуйста, имейте в виду, эта женщина может наговорить о нас, бог знает что, но все это будет неправда. Я вас понял. В случае необходимости вас обеих вызовут. Но думаю, что это не потребуется. Пойдемте, миссис Элис. Мэм.
бедняга попался. Умер сегодня утром в больнице. Порчу на ВВС напустили. Что, опять самолет грохнулся? Убийство, вот что. Стоп, это уже было. Продолжим. Они вышли в темный коридор. Миссис Эллис, пальто у вас было? Да. Констебль, посмотрите, они даже лампочку выкрутили. А сегодня днем она еще прекрасно горела. А те чемоданы, они наверняка набиты моими вещами. Ну, попросите вашего помощника остаться и посмотреть за ними. Иначе эти воры сбегут. Не волнуйтесь, миссис Эллис, все будет в порядке. Благодарю. Миссис Эллис. Все, вы готовы? Теперь можем ехать. Но я никуда с вами не поеду. Миссис Эллис. Помогите! Миссис Эллис, давайте по-хорошему. Спокойнее там, выпейте чай. Никто вас не обидит. Ну как вы смеете, негодяи? Простите, пожалуйста. Как же жаль. Ее сбрендила. Угу. Почувствовала, как по телу разливается странное оцепенение. По-видимому, начинало действовать лекарство. Доктор отпустил ее руку и сказал. Что, если мы еще разок послушаем вашу историю? Значит, вы говорите, вы миссис Эллис. Как вы думаете, вы могли бы теперь припомнить свой настоящий адрес? Элмхерст Роуд, 17. Я вдова. Мой муж скончался 2 года назад. У меня 9-летняя дочка, но сейчас она находится в пансионе. Сегодня днем я вернулась с прогулки и обнаружила, что... С удовольствием поверила бы вам. Это всех бы нас избавило от лишних хлопот. Но, к сожалению, все, что вы до сих пор нам сообщали, не подтвердилось. То есть как? Начнем с адреса. Этот дом занимают другие жильцы. И живут они там не первый день. Этого не может быть. Это мой дом, я в нем живу. Пойдем дальше. В соседнем доме, номер 19, Ферберы не проживают. Ваша фамилия не фигурирует ни в местном адресном справочнике, ни в телефонной книге, ни в списках клиентов банка. И, наконец, среди жителей района нам не удалось найти никакой Грейс Джексон. А почему вы все настроены против меня? А вы позвонили моей знакомой миссис Дрейкот? Да, но она не проживает в Чартом Корте. По той простой причине, что этот дом сгорел. В него попала зажигательная бомба во время войны. Господи, как это ужасно. Простите, я не знала, что произошло такое событие. Это наверняка дело рук тех же негодяев, которые ворвались в мой дом. Прошу прощения. Мэм. Я проверю все больницы, в том числе психиатрические, в радиусе 5 миль. Все пациенты на месте. Благодарю вас. Потеря памяти. Да, и вот еще что. Школу вы не назвали правильно. Телефон не тот, но название совпадает. Есть такая школа, обучение совместное, и мы к ним вчера дозвонились. Какое совместное обучение? Моя дочь учится в пансионе для девочек. Школа Хайклоус, обучение совместное. Директор мистер Фостер. Нет, директриса мисс Слейтер. Вы, наверное, хотите сказать бывшая директриса? Бывшая. Действительно. Раньше школу возглавляла некая мисс Слейтер, которая ушла на пенсию, и ее сменил мистер Фостер.
Да, и вот еще, мэм, ученицы по имени Сьюзен Эллис у них нет. Мне очень жаль. Постойте. Ну, если вы придумали какую-то новую игру, изобрели какой-то новый способ пыток, ну, скажите сразу, не мучайте меня. Да мы пытаемся вам помочь. Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы разыскать кого-то из ваших близких. Я не понимаю, что происходит. Если у меня потеря памяти, то почему я все ясно так помню? И свою фамилию, и свой адрес, название школы, где Сьюзен. А где Сьюзен? Где моя дочь? Если ее в школе нет, то тогда где она? Простите, пожалуйста. Я вчера звонила, и мне сказали, что у Сьюзен все в порядке. И она гуляет на улице. Да, я вчера ведь звонила. Вы хотите сказать, вы разговаривали с самой мисс Слейтон? Нет, я разговаривала со школьной секретаршей. Я позвонила, потому что мне показалось, что у нее что-то не в порядке, что у нее что-то случилось. И да, это было вчера, ведь вчера было первое число, сегодня второе. Я точно помню, как вырвала предыдущие листовки из календаря. Простите, доктор, можно вас на минутку? Да. Какой беспорядок у них во всем. Подумать только. Даже календарь какой-то бракованный. 1952 год, когда сегодня с утра еще был 1932. Во всем вопиющая небрежность. Ну, дела как будто начинают проясняться. Мы дозвонились до мисс Лейтон. Вы узнаете это моей дочери? Минуточку, вы только не волнуйтесь. Итак, вчера вы сказали, что у вас служила кухарка по фамилии Джексон. Да, Грейс, где она дома? Так вот, сосредоточьтесь и расскажите нам подробнее, Грейс. Грейс довольно крепкая, коренастая девушка. Приблизительно моего возраста. Не такая уж и молоденькая, но, вы знаете, кухарку как-то привыкаешь называть девушкой. Она шатенка, у нее голубые глаза, одета. Да, пожалуй, до прихода грабителей она вряд ли успела переодеться. Как правило, она ходит полдня в халате, вместо того, чтобы одеть рабочее платье с передничком, как и полагается горничной. Грейс, красивые зубы, приятная улыбка. Но если с ней что-то случилось, вот, то вряд ли она... Ложное отождествление. Простите, что? На самом деле, вы Грейс Джексон. И только думаете, что вы миссис Эллис. Так что сейчас мы предпринимаем шаги для того, чтобы разыскать родных Грейс Джексон. Доктор! А вам не кажется, что вы слишком много себе позволяете? Я ничуть не похожа на свою кухарку. И простите меня за мою навязчивость. Но где моя дочь? Мы с ней созвонились по телефону. Она находится недалеко. Она находится недалеко отсюда. Знаете Сент-Джонс-Вуд? И полагает, что вспомнит Грейс Джексон. А как Сьюзен попала? Сент-Джонс-Вуд? А, там же рядом находится зоопарк. И, наверное, она прямо за ней. Да, во время нашего с ней телефонного разговора она окликнула какую-то девочку и велела ей не шуметь. Иначе ничего не слышно. Умница, Сьюзен. Это очень на нее похоже. Она развита не по годам. Так пойдемте же быстрее. Пойдемте. Ваша корреспонденция. Читайте.
проявлять максимум осторожности. Ведь если Даша и Беда свяжут вместе, то пойдут слухи. Драгоценная моя, я не оказалась дома, когда ты звонила. Вернулся поздно и... Любимая, боюсь, четверг не получится. Давай перенесем на пятницу. Хорошо? Говоришь, я изменился? Какая нелепость. Я-то остался прежним, а вот тебе стоит задуматься и отказаться от глупых женских капризов. Ты не умеешь осуждать меня. Любимая, мне предстоит туда неделя. Очень тороплюсь. Никогда меня не покидал. Ну что слушать, будто я специально сбил голос, трубку взял слуга, а я... Пойми, наконец. Между нами все кончено. Задыхаюсь в этой не в меру цивилизованной, повешенной на сексе стране, и с нетерпением жду момента, когда снова окажусь на своей плантации. В тишине, покое и благополучии. Завтра я отбываю первым пароходом. Китай! Пишем, Рэйчел. Глава 13. Глава 13. Сьюзен. Сьюзен. Которую вам нужно опознать. Проходите. Только извините за беспорядок. Прислуги-то у меня нет. Приходится одной крутиться. Сами понимаете. Кейт везде игрушки свои разбрасывает. А тут еще мое шитье. Я подрабатываю в свободное время. И мужу нужно успеть обед приготовить. Он с работы придет голодный, как собака. Ой, в общем, жизнь не сахар, совсем я замоталась. Нам только нужно, чтобы вы сказали, это Грейс Джексон или нет? Нет, это не Грейс. Ну, правда, я не видела уже ее несколько лет, но... Грейс гораздо полнее, волосы у нее темнее. Ну и к тому же Грейс гораздо старше. Хорошо, а эту женщину вы раньше когда-нибудь видели? Нет, никогда. Что ж, отлично. Мы не будем больше вас задерживать, простите. Пойдемте. А сегодня днем у вас была группа детей школы High Close. Скажите, среди них была моя дочка Сьюзен Эллис. И здесь ли еще эти дети? И кто из учителей сопровождает группу? Я приехала за своей дочерью. Кейт, я же тебе сказала, чтобы ты не смела здесь появляться. Какая славная малышка. А видели бы вы моего ребенка? Сьюзен непременно красивее всех. У нее пушистые волосы, голубые глаза. Остальные дети, по сравнению с ней, все какие-то большеротые и неуклюжие. А когда она играет музыкальные стулья, она самая проворная, угадывает быстрее всех. Удивительно, как она от всего умеет получать удовольствие. А моя Китти обычно страшно застенчивая и никому не подходит. Ее говорить силой не заставишь. Я ее понимаю. Я в детстве тоже была очень застенчивая. Но я хотела узнать у вас по поводу своей дочери, Сьюзен Эллис. Да я слышала, но... Это в полиции, все перепутали. Дело в том, что я сама Сьюзен Эллис. Ну, Эллис моя девичья фамилия. И я тоже когда-то училась в школе High Close. Вот откуда вся неразбериха. А никаких детей из этой школы здесь нет. И не было. Какое странное совпадение. И моя фамилия Эллис. И дочку мою зовут Сьюзен.
Вы к тому же очень похожи на сестру моего покойного мужа. Вот как. Все, пойдемте, миссис Элис. Пойдем. А вы вспоминаете свою школу? Да нет. Дети, они же все те же несносные звереныши. Чем меньше будут цепляться за родителей, чем быстрее привыкнут жить среди чужих людей, тем лучше. По крайней мере, с детства будут знать, что почем. Простите, я... Что касается меня, то я на всю жизнь осталась благодарна директрисе школы. Ну, старушка, она, конечно, с придурью, но добрая. Для меня очень много сделала. Она заботилась, в школе оставляла, на каникулы. Мать-то у меня погибла. Ее сбил грузовик. Какой ужас. Впрочем, это было 20 лет назад. Да, мне тогда было всего 9. Я помню только, что мама, она была добрая, ласковая и очень красивая. Мне кажется, что моя Кити в нее. Ну что ж, пора прощаться. Миссис Дроу сообщила нам все, что могла. А мне нужно в туалет. Идите. По коридору, прямо и направо. Вот видите, как получается. Столько чокнутых развелось. Что-то ее долго нет. Кейт, не выходи из своей комнаты! Здесь же еще есть черный ход! Дверь настежь! Она выскочила сюда! Да одной чокнутой больше, одной меньше. Ну какая разница? Пусть побегают, им полезно сбросить лишний жир. А ты меня не выдашь? Мне так хотелось, чтобы все снова вернулось на свои места. Чтобы все было как прежде, чтобы я снова была дома, и моя дочка была рядом со мной. Вскоре она смешалась с толпой. Она все шла и шла, потому что была без денег и не могла сесть в автобус или взять такси. Мне хотелось вернуться к нормальной повседневной жизни, из которой меня так резко вышвырнула какая-то сила. Вот, наконец, и лесопарк. Вот перекресток. Где я задержалась вчера. Прежде чем перейти улицу. Я даже вспомнила, о чем думала в тот момент. Что куплю Сьюзен? Красный велосипед. Как только разрешатся все эти нелепые недоразумения, я куплю его обязательно. Я шагнула с тротуара на мосту. Большинство моих произведений написаны в жанре психологического триллера. Меня называют представительницей готической литературы, начатой Мэри Шелли и Брэмом Стокером. Я играю на общечеловеческом страхе перед сумасшествием, одиночеством, неизвестностью и клаустрофобией. По моим книгам «Птицы» и «Ребекка» Альфред Хичкок снял свои самые культовые фильмы. Мои продолжатели Стивен Кинг и Стефани Майер. Глаза болят.
пожалуй, на сегодня достаточно. Хотя нет. Давай-ка еще одну историю от Дафны Дю Мари. Пишем, Рэйчел. Вот, наконец, настал тот день, когда ей снимут повязку и поставят синие линзы. Боль исчезла. Осталась лишь огромная усталость. Реакция после шока. Операция прошла успешно. На все 100%. Завтра я поставлю вам линзы, и вы будете видеть лучше, чем прежде. Откуда вы это знаете? Мы обследовали ваши глаза, когда вы были под наркозом. Ваше зрение сделается лучше, чем раньше, во всех отношениях. Одна пациентка говорила мне, что у нее было такое чувство, будто она всю жизнь носила очки. И только после моей операции увидела своих родных и друзей в их истинном свете. В их истинном свете? Именно. Мне удалось вернуть к жизни нерв, который я считал мертвым. Вы им не пользовались, он не действовал. Кто знает, миссис Уэст, может быть, вы еще войдете в историю медицины? Не удивляйтесь, если первые полчаса вам все будет казаться покрытым дымкой. Она затем постепенно рассеется. Доброй ночи! Доброй ночи, миссис Уэст. Доброй ночи. Все эти недели Джин говорил мне, что бы ни случилось, мы пройдем через это вместе. Конечно. Спокойной ночи, миссис Уэс. А насколько ясно я буду видеть? Абсолютно ясно. Но не сразу в цвете. Как будто
через темные очки в солнечный день. Даже приятно. Затем синие линзы снимут и заменят другими, прозрачными. Позовете, если буду вам нужна. Почувствовала, что с драгоценным даром зрения к ней вернулись и слезы. Цветы, умывальник, стакан с термометром, халатик. Приглушенный синими линзами свет лишь усиливает чары. Разглядывать свою палату, задерживаясь на каждой мелочи, само по себе богатство, наслаждение. Это можно смаковать. Миссис Уэс, пончики с яблоками, с двумя-то уже, конечно, справитесь. Но что это? Что за нелепость? На Мазду надвигалась корова. Корова с человеческим телом. Глаза были большие и добрые, но все равно коровы. И она мерно дышала. Как корова на пастбище, безмятежная, довольная жизнью, принимая все таким, как оно есть. Ну, наконец-то мы счастливы. Все кажется немного непривычным, да? Я прекрасно вижу. Во всяком случае, мне так кажется. Но у вас какой-то неуверенный голос. Неужели вы разочарованы после всего того, что мы для вас сделали? В себе-то я уверена, а вот в вас нет. Это что, шутка? Что шутка? Ну, то, как вы выглядите, ваше лицо. Право, миссис Уэст, я такая, какой меня сотворил Господь. Возможно, он мог бы сделать свою работу лучше. Я не хотела вас обидеть. Вы очень доброе рады, утро! Можете... Как дела? У хирурга была голова постерьер. Уши торчком. Еще минута, и он залазит и завиляет коротким хвостом. Доктор Гримс, мы почему-то кажемся, миссис Уэс, смешными. Ну и прекрасно. Разве было бы лучше, если бы мы казались ей противными? А вам бы подошло ее Джек? Джек, 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 на-на-на-на-на! Простите, я зайду завтра и переменю вам линзы. Гордон, не прикасайтесь к ним. Однажды пациент хотел сам снять и поплатился зрением. Он никогда его не восстановил. Понимаю. А постоянные линзы будут такими же, как эти? Точности такими же, только прозрачными. Вы увидите все в естественном цвете. Значит, до завтра. Мада вышла за ними в коридор. Весь этаж участвовал в обмане. У маленькой горничной со шваброй была голова ласки. Сиделка с танцующей походкой была кошечка, а рядом с ней вышагивал главврач лев. Вынимая из лифта багаж, швейцар-кабан хрипло похрюкивала. Мада хотела что-то сказать, но сознание ее не выдержало,
и она отключилась. Чучел. Для чего? Простите, миссис Уэст, я вас не понимаю. Вы сказали сестре Брэнд, что еще не совсем хорошо видите? Вижу я прекрасно. Стул есть стул. Стол – стол. Вы принесли мне на ужин вареную курицу. Но почему вы похожи на кошку? Причем полосатую. Очень жаль, что я не могу вас оцарапать. Меня еще никто не называл кошкой. Но я ничего не придумываю. Я вижу то, что вижу. Вы кошка, нравится вам это или нет? А сестра Брэнд – корова. Будьте любезны, миссис Уэст. Ешьте свое второе и позвоните мне, когда будете готовы есть третье. Персонал лечебницы не стал бы разыгрывать такой спектакль ради одного пациента. Это обошлось бы слишком дорого. Значит, дело в линзах? Это они благодаря какому-то свойству преображают всех? Слава Богу. Раз мое собственное лицо не изменилось, значит, здесь действительно заговор. Но для чего? Что они этим выигрывают? А может, они договорились между собой свести меня с ума? Нет, слишком абсурдно. Это куда проще сделать при помощи лекарств или анестезии. Зачем наряжать врачей и сестер в маски животных? Что вы хотите на третье, мэм? Плам-пудинг и мороженое, или сыр, и кофе. Налить вам блюдечко молока. Шутка, шутка, миссис Уэст. Но я не выношу грубости. Мяу. Вы понимаете, вот это ваша пациентка, она совершенно не умеет себя вести. Добрый вечер, миссис Уэст. Надеюсь, вы все нас довольны? Да, спасибо. Линзы сидят хорошо? Превосходно. Я очень рада. Миссис Уэст, я надеюсь, вы не обидите с нами мои слова. Но сестры в нашей лечебнице превосходно справляются со своими обязанностями. И высмеивать их не очень деликатно с вашей стороны. Но я надеюсь, вы просто хотели пошутить. Нет, пошутить. Это вы по поводу того, что я назвала сестру Суитин кошечкой? Я не знаю, как вы ее назвали, но это очень ее обидело. Она чуть не плакала. Фыркая от злости и выпуская когти. Простите меня. Это больше не повторится. Миссис Уэст, нам удается добиться успеха в клинике только благодаря великолепному персоналу и содействию пациентов. И поэтому... Сестра, а давайте не будем припираться друг с другом. Я не просила вставлять мне линзы, уродующие людей. Какова цель всего этого? Цель чего? Да этого маскарада, этого шутовства. Почему вы выбрали именно эту внешность? Это даже не смешно. Почему вы... Овца! Господи, если бы стул превратился в гриб, а стук сена, можно было бы винить линзы. Но почему меняются только люди? Что с ними не в порядке?
Мадди Уэст только сейчас пришло в голову, что за весь этот фантастический день она ни разу не вспомнила о сестре Энсел. Милой, очаровательной сестре Энсел. Ее утешительница. Мада даже не открыла глаза, когда услышала знакомый чарующий голос. Вам цветы, миссис Уэст? От Джима. На карточке написано: «Не ободрись, мы не так плохи, как кажемся». Я еле могла дождаться вечера. Чуть не пришла раньше времени, но побоялась. Вы бы подумали, что я глупо себя веду. Сестра Энсел, наконец-то! Я так рада вас! И перед глазами Мадди Уэст медленно возникла длинная плоская голова, извивающаяся шея, раздвоенный язык, змея. Приятно снова себя увидеть. Бедняжечка моя, что мы тут вам дали? Были у вас посетители? Нет. Нет. Как вы бледны. Вам нельзя показываться, мистер Уэст, в таком виде. Пожалуй, мне следует позвонить ему и попросить его не приходить. Нет, пожалуйста, мне нужно его видеть! Хорошо, хорошо. Вам со мной одно мучение. Бедняжечка моя. Сейчас все пройдет. Скоро конец. А вам не трудно достать мне чистый носовой платок? Он там, на столике. Конечно, мада. А что это вы на меня так пристально смотрите? Хотите прочитать мои мысли? Скажите мне, вы не разочарованы? Я выгляжу так, как вы ожидали. Пожалуй, да. А когда я поеду к вам, мне не обязательно носить форму, правда? Ведь я же буду вашей личной сиделкой на ту неделю, что пробуду у вас. Неделю? Ну да, неделю. Мы же договаривались. Можно? Мистер Уэст? Мистер Уэст ждет вас. Обещайте не очень волноваться. Я не волнуюсь. Но у вас горит лицо. Здесь жарко. Прости, что я так поздно, дорогая. Меня задержал, поверь. Боже. Нет, боже, пожалуйста. Только... У Джима была голова ястреба. Острый взгляд, кончик клюва в крови. Фирма Шорпс и Миллоу, ты же помнишь, в связи с доверенностью на твой капитал. Мне сказали, ты неважно себя чувствуешь, и к тому же в плохом настроении, я не стану задерживаться. Сестра Энсел говорит, это шок от того, что ты вдруг прозрела. На разных людей это действует по-разному. Энсел говорит, когда мы вернемся домой, тебе станет гораздо лучше. Брать домой сестру Энсел. Не хочешь? Мада, но ведь ты сама это предложила! Нельзя же так внезапно все менять! Нужно знать, чего хочешь. Чашечку кофе, мистер Уэст? Благодарю, сестра. С удовольствием. Что это за глупости? Почему вы с нами не едете? Вы поссорились? Ну что вы? Это было страшнее всего. Животные, птицы, рептилии не нуждаются в словах. Жесты, взгляды, и они уже знают, что к чему. Джим, я вполне хорошо себя чувствую, поэтому не стоит утруждать. Я не буду тебя беспокоить. Документы могут и подождать. Подпишешь дома. Какие документы? Доверенность на капитал, чтобы я стал совладельцем. Зачем? В конце концов, это мои деньги. Конечно, твои. Но дело в том, что я сам смогу подписывать бумаги вместо тебя. Если ты вдруг уедешь... Или заболеешь. Не задерживай
надолго. Мистер Уэст, нашей больной нужно сегодня как следует отдохнуть. Но я не собираюсь уезжать или болеть! Разумеется. Может, рука, сующая документы в карман, на самом деле птичья лапа? Может, скоро в окружающих меня людях не останется ничего человеческого? Последний исчезнет речь. Все заполонят джунгли. Так ты это серьезно насчет сестры Энсела? Не знаю. Мне кажется... В конце концов, мы всегда сможем ее отослать. Да, возможно. Спи спокойно, моя любимая. И ни о чем не тревожься. Джим! Что с тобой? Знакомый поцелуй вернул бы ее к жизни. Но Мада почувствовала лишь укол ястребиного клюва, больно щипнувшего ее. Родных разбросала по свету. Никого, кому я могла бы сказать, что моя сиделка превратилась в змею, а мой муж в ястреб. Они нам не нужны. Я всего лишь снял вам временные линзы. Тебе лучше, да? Что случилось? Я пыталась сбежать, да? Да, да. Честно говоря, я вас не виню. Линзы, которые я вам поставил, они давили на крошечный нерв. И это вывело вас из равновесия. Но все уже позади. Я бежала по Оксфорд-стрит, натыкаясь на прохожих. Шакалов, ястребов, собак, обезьян. Весь мир принадлежал им. В нем не осталось ни одного человека. Они оборачивались, указывали на меня пальцами. Они визжали, лаяли, бросались за мной следом. Я была одна в зверином мире. Это было ужасно. Обещаю вам, это больше не повторится. А вас я думала, что вы корова. Добрая корова, но с острыми рогами. Ну, бывает, нас называют самыми чудными именами. Такая уж у нас работа. А что произошло? Кто привел меня обратно? Вы не успели далеко уйти, миссис Уэст. И благодарите за это Бога. Не то бы вы не сидели сейчас здесь. Вся история заняла не больше 5 минут. Швейцар сразу пошел за вами следом. Вот для кого это было настоящим ударом, так это для нашей бедняжки. Сестры Энсел, когда она увидела, что вас нет в палате. Хотели вы сказать, что наша маленькая звезда тоже была животным? Нет, разумеется, нет. Доброй ночи. Сестра Энсел, миссис Уэст хочет пожелать вам доброго утра.
Я так виновата перед вами. Простите меня. Как могла сестра Энза казаться змеей? Карие глаза, смуглая кожа и улыбка, медленная, сочувственная улыбка. Простить вас, миссис Нерс. За что? Вы прошли через ужасные испытания. Какое облегчение. Я все еще не понимаю, что произошло. Мистер Грифс... Он слишком глубоко вставил линзы. Слишком близко к нерву. Как еще вы остались живы? Вы не думайте об этом. Вы больше никогда не будете грустить. С этой самой минуты. Обещайте мне. Обещаю. Мада! Жив! Ты в порядке? Да. Что здесь происходит? Линзы давили на нерв. Теперь все в порядке. Мистер Грифс сказал, что завтра мы можем уехать. Отлично. Этот Грифс сапожник. Это больше не повторится. Надеюсь. Мадам. Ты хорошо себя чувствуешь? Я немного сбита с толку, но замечательно. Умница. А вы уверены, что хотите, чтобы я поехала с вами? Ну, конечно. Мы же договаривались. Это чудо. Пойду немного отдохну. Ведь с вами теперь все в порядке. Вам что-нибудь нужно? Да. Крем для лица, пудра, помада и гребень со щеткой. Изумительные духи. Это те, которые вам подарил мистер Уэс, да? Да. До вечера, любимая. Увидимся в 8. Аромат разлился в воздухе и стал частью теплого и светлого дня. Нет, я не ошиблась. Глаза, которые смотрят на меня из зеркала, это испуганные глаза пугливой Лани, покорно склонившей голову. Будто под занесенным над ней ножом. Одна пациентка говорила мне, что у нее было такое чувство, будто она всю жизнь носила очки. Только после моей операции увидела своих родных и друзей в их истинном свете. Странно. Завтра вы уже не будете для меня только голосом. Вы облечетесь в плоть. Разве я сейчас бесплотна? Нет. Нет, конечно. Но завтра все будет по-другому. Я же вам рассказываю. Я худенькая, темноволосая. Ладно, спите. Вы не заметите? Как наступит утро. Все эти недели Джим говорил мне, что бы ни случилось, мы пройдем через это вместе. Конечно. Спокойной ночи, миссис Уэс. Thank you.
Thank you.